50-ка толщина. На
обработали такую вот березовую досочку и сосну. Сосна будет под обклейку пенопластом стены под обшивку 50-ка. Ширина 135, толщина 50 миллиметров. И длина, как я показывал, рейсмус Макита. Макита 2112 НБ. Постоянно подталкивал руками. Катки немного смолой подзабились, это я каучуковый, все. Не тянет, буксует. Смолистую породу, если строгать, то не очень тянет, чтоб так. Ну, это вот березка. Самодельная доска с под этого бензопилы, можно сказать. Сюда выйду, где посветлее. Да, под навесом работаю. У меня тут завалы кругом. Недоделано все. Это обшил сайдингом тут. Не сайдингом, говорю, этим поликарбонатом таким, чтоб светило солнце зимой. И вот такая досточка вышла. После рейсмуса гладко-гладко. И обрабатывать не надо. Вот под такой вот видно. Бензопилой пилены, они косые, кривые малости. Ну не сильно так, чтоб вогнутость есть. Бывает дугой сама доска. Это видно было, покуда согнал бугор и падины. Эти вот что по краях выступают. Все по центру чуть осталось бензопилы. Самодельные досточки такие где-нибудь сгодятся. Дроза напилю бензопилой за минут 20 пару колодок. Такие вот березины. Почищу их в один размер, чтобы лежали. Даже может сильно и не буду так. То, что если еще не погнуться, так все равно обрабатывать надо будет. После усушки они сырые что-то. Рассказать по рейсмусу. Рейсмус наш стоит. Уже тут запылившен. Зиму стоял без работы. Под навесом на улице. Было бы тепло на улице, так работал зимой. Чтобы отапливаемое было такое помещение. Так как нема возможности сделать отапливаемое мастерскую помещение, то работаю под навесом. Обтесал это, буду утеплять стену в помещении на шлакоблок. Я приклею пенопласт, пятерку, поверх прикручу эти стойки такие с пола до потолка. И на эти стойки между ними будет еще пенопласт 50-ка, а потом обшиваться доской тонкой, шалевкой. Чтобы деревянная защита была у пенопласта. Обшиваться это снутри помещения у меня. Так что будет там пенопласт, фанера, чтобы влага не проникала вниз. Это между стен. А потом уже доска поверху зашиваться мне. Все по этой. Это сделано с горбыля трехсторонного. С двух сторон обрезанный был, строг. А тут горбатый был, я его бензопилой отпилил и выровнял на рейсмусе. Ну, банком сначала, потом на рейсмусе. У рейсмуса ножи берегу. Дорогие сейчас так. Ножи берегу, то снимаю слой рубанком верхний, где пыль неградный. Там стоит полдоллара ножи на рубанок с Китая заказываю. Чисто чтобы убирать грязные поверхности такие с досок. Там с этим. Троху пыль, песок попадается, в другий камень. Так его счищаешь рубанком. Не жалко ножей. А на рейсмусе уже дочищаем. Это такие вот
гора опилок получилась. Береза перемешку с сосной. Сосна, конечно, пахнет смолой. Ну и береза свежая, при том. Малость поработали. Пойду еще материал шукать надо на стенку таких стоек мне. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 штук всего 2 сделал. Это сухий хороший материал, уже 5 год, наверное, сох, даже больше. Таких 5 уже лежит у меня, может и 10 даже. Буду потиху доставать, обрабатывать. Покуда жашер не зью. Ладно, заканчиваем. Надо дальше работать. Рейсмус. Для того, что валики подбитые смолой. Ну я не покажу, как они там. Ну смола есть, но их слабо тянет. Можно сказать, чтобы были железные. Да. С этим, с насечкой, то лучше было бы. А каучук этот, он так кузается, выводит. Ладно. Заканчиваем вот это видео. Там дальше будем работать потихоньку.